Добрый день, дорогие зрители канала о растениях. Сегодня мы с вами поговорим не о каком-то растении в отдельности, а просто о ландшафтном дизайне. Я очень часто слышу: я посажу сам, я буду ухаживать сам. Но поверьте мне, я очень давно считаю, что каждый человек должен заниматься своим делом. И не нужно, если ты умеешь шить, не надо пытаться садить растения. Потому что такое уход за растениями, поверьте мне, я знаю очень хорошо. Это достаточно трудоемкий вопрос. И просто очень часто вы не можете найти ответ на какой-то свой вопрос о болезни растения. Вы не знаете, чем его обрызгать. Специалист знает это всегда. Опять-таки, где посадить какое растение, какое в тени, какое на солнце, как, кто растет. Бывают очень часто ошибки, высаживают растение маленькое, оно вырастает до 20 метров. Достаточно неожиданно, скажем так. Поэтому лучше все-таки, я считаю, обратиться к специалисту и в ландшафтном дизайне, и в производстве бассейна или какого-то пруда. Все равно специалист знает, поверьте мне, намного лучше. И очень часто даже интернет не даст вам полный ответ на ваш вопрос. А специалист знает этот ответ. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы, или вы хотите сделать маленький ландшафтный дизайн, или большую высадку у себя дома, вы можете обратиться в нашу группу. Обратиться можете по ссылке под этим видео. Опять-таки, напомню, скажу вам честно, скажем так, мы работаем со всеми клиентами, и даже если бюджет очень мал, обязательно найдем какой-то выход именно для вас. Всего доброго, смотрите наш канал.